Кухня ЖКХ. Добрый день, вы слушаете программу «Кухня ЖКХ». Поприветствуем нашего гостя. Это генеральный директор УК «Актив Комфорт» Маньков Максим Павлович. Здравствуйте. Добрый день. Поговорим сегодня про жару в квартире и о том, как же снизить оплату за тепловой ресурс. Какова причина очень больших начислений за тепло? Отвечаю. Совершенно недавно, на прошлой неделе, совместно с НЖК «Контроль» была проведена акция «Африка в квартирах», где управляющая компания «Актив Комфорт» была в том числе участником на наш многоквартирный дом. Также был выход сотрудников и НЖК «Контроля», и Государственной жилищной инспекции, ресурсоснабжающие организации проверяли в подвальном помещении состояние как раз теплоснабжения. Проверяли как раз-таки по жалобам жителей о том, что слишком жарко при плюс там 10. При проведении проверки и при разъяснении жителей как было понятно, что каждая ресурсоснабжающая организация подает тепловой ресурс в многоквартирный дом в соответствии с температурным графиком. Там он составляет при 0 плюс, до плюс 10 градусов, это 77 градусов температура теплоносителя на подаче в дом. Естественно, при такой температуре минимально идет теплоотдача, и в квартирах кажется, во-первых, что и батареи-то слишком кипяток, ну и в квартирах становится жарко. Данная регулировка температуры теплоноситель, да, управляющая компания, она фактически не осуществляет. Это производится только при наличии погодозависимой автоматики, либо специальных регулировочных клапанов, либо при наличии соответствующей регулировочной арматуры в самих внутрижилых помещениях, установленной при радиаторах отопления. Именно управляющие компании вместе с собственниками обязаны обеспечить учет потребляемой тепловой энергии. Да, это по 261 федеральному закону. Вопрос по установке регулировки решается отдельно на общих собраниях. Это либо установка вот как раз-таки механических регулировочных клапанов, но это затрудняет тем, что при малейшем измерении температуры наружного воздуха нужно слезть в сантехнику, регулировать вот эти вот, да, клапаны. А температура может меняться в течение суток там в очень существенном диапазоне. Самый эффективный метод – это установка погодозависимой автоматики и, конечно, регулировочных у радиаторов отопления, регулировочной арматуры вот этой. Соответственно, советы вообще жителям, да, проживающим на квартирных домах, задуматься об установке погодозависимой автоматики, которая фактически окупается там, ну, максимально в течение двух отопительных сезонов, в зависимости от площади многоквартирного дома, да, от квадратных метров. Это позволит сэкономить и на оплате, и позволит также регулировать более-менее оптимально температуру воздуха в жилых помещениях. Управляющая компания «Актив Комфорт» приглашает к сотрудничеству и взаимодействию жителей, заинтересованных в улучшении комфортности проживания. Адрес: улица Роза Люксембург, 86В. Телефон 222-892. Кухня ЖКХ.